Алтайском крае стартовала программа дегазификации – бесплатного подведения газа до границ участка. Одним из первых пунктов подключения стало село Точильное. Газ пришел туда 2 года назад, но жители не спешили становиться абонентами. Однако, благодаря программе в селе стало уже на 20 газопотребителей больше. Все они отказались от устаревших источников отопления, и теперь их дом питает не черное, а голубое топливо. Всего в ходе проекта газом планируют обеспечить 103 тысячи домов по всей территории края и свыше 300 из них в Точильном. Собственникам достаточно лишь подготовить документы и внутридомовое оборудование. Также обеспечивать жителей края позволяет и строительство новых распределительных газопроводов. Только за последнее время было запущено 3 таких объекта. Теперь жители более чем 600 домов поселка Гордеевский Троицкого района, села Луговое Тальменского района и станции Ползунова обеспечены голубым топливом. Помимо этого, к запуску готовится вторая очередь газопроводов Шульгинки и Красном Яру Советского района. Очередной газопровод запустят в городе Новоалтайске, в селах Троицкое, Зональное, Боровиха, а также долгожданный газ появится в Ребрихе. Газ отапливает дома и квартиры края уже более четверти века. За это время абонентами стали свыше 120 тысяч жителей. Однако пользование современным источником энергии – это не только удобство, но еще и ответственность. Сейчас, в начале сезона, необходимо подготовить оборудование, чтобы избежать возможных проблем зимой. Перед запуском нужно проверить состояние дымохода и вентиляционных каналов котла. Главный параметр – тяга воздуха, необходимая для сжигания газа. Также важно содержать в чистоте карманы дымоходов и их оголовки. Запуск горелок требует проветривания камеры сгорания. Оставьте дверцу открытой всего на 5 минут. До включения плиты нужно проветрить помещение, а форточку открыть на все время готовки. При внезапном прекращении подачи газа следует перекрыть горелки и кран, а после сообщить в аварийную службу. Если вы покидаете дом более чем на сутки, рекомендуется перекрыть газопровод. Недопустимо отключение автоматики безопасности, оставлять газоиспользующее оборудование без присмотра во время работы. Допускать пользоваться газовыми приборами детей дошкольного возраста. Не допускается, конечно, самовольная газификация, то есть перемонтаж, замена оборудования, ремонт. Также абонентам необходимо ежегодно обслуживать оборудование и не мешать проверкам газовиков. Отказ впустить специалистов может привести к штрафам и даже отключению газа. Однако важно помнить, под видом газовиков могут прийти мошенники. Один из самых частых видов обмана – продажа сигнализаторов загазованности и антипожарных таблеток. В отличие от полноценного оборудования, сигнализаторы не подключают к газовой сети, а лишь крепят к стене. Другой способ – замена шлангов и кранов. Но если вы уже прошли ежегодную официальную проверку, смысла в замене нет, а прессовка проведена. Еще один способ нажиться на доверчивых потребителях – химическая промывка теплообменника. В большинстве случаев состав используемого раствора только ухудшит состояние котла. Накипь растворяется вместе со слоем металла. Стоимость таких работ значительно выше официальной, но полиция не может защитить пострадавших и наказать мошенников. С точки зрения закона все чисто, договор подписан, услуга оказана. Но простые правила помогут не попасться на обман. К абоненту приходит специалист специализированной организации. То есть он должен быть в фирменной спецодежде с логотипом компании. Перед тем, как он заходит к абоненту, обязательно предъявляет удостоверение. В каждом договоре на техническое обслуживание есть номер телефона аварийной службы. Достаточно позвонить и спросить у диспетчера, работает ли тот или иной специалист вашей организации. Каждый диспетчер в состоянии ответить на этот вопрос. Но несмотря на частые попытки обмана, работающие приборы существуют. Например, это официальные сигнализаторы загазованности. При первичном пуске их наличие обязательно. Девайсы не только определяют уровень газа, но и служат клапаном газопровода. Датчик крепится вблизи места возможной утечки, недалеко от котла или плиты. Для контроля над природным газом сигнализатор устанавливают под потолком. В случае опасности устройство издаст звуковой сигнал и перекроет подачу топлива. Другой обязательный тип устройств – счетчик газа. Сейчас на смену уже привычным приходят умные. Они не только выполняют свой прямой функционал, но и помогают сэкономить время и даже деньги. Умный счетчик самостоятельно и безошибочно отправляет собранные показания. Помимо этого, система показывает скачкообразные повышения потребления. Так обнаруживаются незаконные подключения.
Но независимо от того, какой тип счетчика вы выберете, установку должны производить специалисты. И компания «Газпром Газораспределение Барнаул» оказывает эту услугу. Профессионалы считают, лучше соблюдать правила, чем исправлять ошибки. Следование принципам пользования газом в быту – обязанность каждого абонента и залог безопасного и бесперебойного распределения газа. Общими усилиями голубое топливо сможет стать по-настоящему доступным и безвредным.